Во Дворце культуры города Видное состоялось чествование работников предприятий и учреждений муниципалитета по случаю Дня труда, который в Московской области отмечается ежегодно в апреле. На торжественном мероприятии собрались люди самых разных профессий. Я работаю официальный стаж у меня с 19 лет, неофициальный с 17. И для меня работа – это прежде всего самоутверждение. Я работаю с детками. Считаю, что работа с детьми – это одно из самых, не то что тяжелых, да, но это поистине та работа, которую нужно любить. Со сцены гостей праздника поздравили представители администрации Ленинского городского округа и почетные гости. Министр здравоохранения Подмосковья Алексей Сапонюк зачитал приветственный адрес от губернатора Андрея Воробьева. Мы гордимся сильными трудовыми коллективами, династиями, высококлассными специалистами, которые ответственно и с полной отдачей работают в разных отраслях. Сегодня Ленинский городской округ успешно участвует в реализации национальных проектов, в реализации государственных программ. И мы гордимся результатами труда медиков, учителей, работников сферы культуры, спорта и других не менее важных профессий. За добросовестный труд и вклад в развитие округа наградили людей, работающих на территории муниципалитета. Не обошли вниманием и основатели нашего города Павла Гаевского, Тимофея Лемешко и других, чьи имена стали символами становления Видного и главного градообразующего предприятия. На заводе при нем это Лемешко Гаевский завод стал заводом-садом. Это все знают. И, по-моему, сейчас до сих пор такого завода, вот такого уровня, по-моему, не было. И нет, и, возможно, наверняка когда-нибудь. Традиционно считается, что человек труда – это представитель рабочей профессии. Но стоит отметить и предпринимателей, чьи успехи в бизнесе положительно влияют на экономику округа. Мероприятие сопровождалось праздничным концертом с участием местных творческих коллективов. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.